почему? Я отрываю. Я не могу, у меня неправильно отрывается вот так вот. По всему этому. Это ты в ТикТоке смотрела? Я. А я смотрела там в ТикТоке, что наподобие рецепт на костре, они там парень с девушкой. Ну, я так поняла, у девушки кулинарный канал. Это я в Инстаграме смотрела. Или в Инстаграме. Ну, что на берегу реки, они там костерчик развели. Все как красиво. Тоже так вот по 20 минут с одной стороны они запекали. 20 минут всего надо. А. С одной и с другой стороны, мне кажется, она это будет горелая. Или неправильно, вот так, наверное, да? Тоже так же шаркалось, как у меня. Да я постоянно запекаю, у меня это быстро уходит. Вот пакетом я не люблю пользоваться. Ну, именно, у меня валялось, наверное, года два. Пакет в редких случаях. Это когда у меня целая курица, тогда вот пакет еще. Вот я курица тогда у меня. Знаете, брала в этом? В Фикс-прайсе. Брала эту куру, она тонкая. А это получше. Но она как-то вот поплотнее. Да. Ты все снимать, да, сегодня будешь? Все буду снимать. Офигеть. Я бы такая еще, знаешь, бы в прямой эфир бы вышла. Нет, только без меня. Почему? Не хочу этого. Ну, у тебя только руки видно и голос твой слышно. Вот. А ты нет, там только руки, не видно ничего. Ты далеко стоишь. Сашка приехал. А куда он ехал? Я не знаю, куда он ехал. Ой, блин, куда он ехал. Привет. Здорово, алкаша. Вот что ты прям так с порога? Тем более нельзя такое говорить. А? Где так? Какие? Вот эти, которые мне попросила. Вон они стоят. Ты не знаю, как скажете. Да. А это кто? Это курочка. Ну, окорочка. В соевом соусе, томатная паста, 2 ложки сахара, это перец красный, вот это паприка, и перец черный. Меня мариновалось, а еще чеснок. Мариновалось вот это вот все. Как удачно я заехала, да? Сутки, да. Сейчас будет. Дров наложил на целого кабана. Сколько мяса нету. Мне не надо снимать. А как ты их доставать будешь? Вон, шумок. Сашка тоже сказал, я не подписываюсь на твою картошку, так как он один раз тоже. Как ты ее доставать будешь? Увидишь. У тебя просто не было шумовки, как у меня. А у тебя нету таких щипцов, которые? Нет у меня. Перевернуть. Я все тоже хочу купить, все никак не куплю. Сейчас она с одной стороны засекает. А, сейчас время 14:30. Ты тоже ждешь? Малыш. Малыш. Мужчина за 50. Красавчик. Мама что-то в
горелым воняет. Угу. Надо было еще раньше. Сказали 20 минут. А ты где там вычитала, что 20 минут с одной стороны? Я в этом смотрела, в ТикТоке. Ну ты ж видишь, что 20 минут с одной стороны — это много. Ну это может где-то капнуло, и оно этот... Не-не, оно будет еще сейчас. Ты картошку сколько жаришь? Так, это я вообще не умею картошку жарить. Это я переворачивала? Не знаю. Наташа, иди, давай видео посмотрим. Отмотай обратно. Ты кочергой не проткни его. Это я точно переворачивала. Это, вот это вот я не помню. Ну вот, оно подгоревшее, видишь, вот желтое. Вот это ты перевернула, а вот это, по-моему, не перевернула. Можно перевернула. Давай вот это посмотри, пожалуйста, в видео. Сейчас отмотаю, посмотрю. Может, откроем одну? Ну, давай попробуем ее. Это вообще у тебя раскрылось. Ой, а пахнет, знаешь, пахнет этим салом. Так правильно, оно ж тут сало. Давай вот эту вот откроем и посмотрим. Надо было нож. А как ты ее откроешь? Готово, Наташа. Потыкай картошку. Готово. А, ну все, тогда доставай. Да. Держу. Казанок маловат. Ну, а что делать? Сейчас мы наставим его вот так. Вот сейчас меня повар говорит, ты будешь доставать. Да легко. У него все поразваливалось в тот раз. Смотри, что упало. Все, бери. Ой, красота. Вкуснота. Может, колбасу надо было, блин, потолще нарезать? Нет. Как первый раз я ее делала, картошка с салом, и все. Без колбасы? Да. Я думала, там вкуснее. Нет, да. Ну, чуть палец не откусил. Аккуратнее. Ну! Вкусная картошечка, да? Вкусная картошечка. Ну, чё ты? Ну, он её, ну, облизал, она не кричит, как дети. Чё он ко мне лезет? Чё он ко мне лезет? Я уже вся в слюнях. Ну, вкусно, да, скажи, малыш? Очень вкусно. У тебя хозяйка молодец, вкусняшку приготовила. Да? Вкусно. Ну, там этот, кончики обрумянились. Ну, что, они пацаны сырые, сейчас будут жареные. Малыш, ты красавчик. Наелся картошки? Маловато. Еще там же шесть. И сколько, 5 делали? Или 3 съели? А я не помню, сколько мы делали. Да, 5. Посмотри по видео. Сейчас посмотрю. Это дым. Вверх ногами. Красивенький. Рассол, че как, маринад такой. Прям как копченые. Барбекю. Ты тоже с нами? Где ты? Убежал. Спрятался. Не любит камеру. Угу. Милаш, да, Наташа? У, спина! Да, это малыш? Ничего. Малыш. Не сравнится с твоей. У меня не тварь, у меня собака. Я очень даже сомневаюсь, что это собака. Вот это собака. Это что, держать надо? Оно так будет. Оно на меня дует. Ну, дымит на меня.
Какое красивое. Ты мне вилочку дашь? Или мясо, не, ну, или мясо руками едят? Картошку с ним. Подожди, я сейчас зелень по нет. А где зелень будет? Это одна из пяти осталась, да? Да, последняя. Почему-то мясо куча, а картошка осталась. Наоборот. Мяса много, а картошки нету. Одна из последних, все съели.